не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Увлечение чаще всего простирается в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером, самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Звук «Ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.